Нихуя себе, получается, подамажим, да? С ровистом, с вандиконом. Охуеть. Я что-то не вкуриваю. Так, Дон. А в DC кто-нибудь сможет тоже стрим запустить? Я попробую. А что-то не вкурил, Седжу сегодня не идет или что? Он просто засывал. Ты его не взял в пати просто? Да. Че он молчит? Не знаю, пропустил, наверное. Ну, есть там кто завтра может пойти? Смотрите. Ну, может, вообще без проблем. Демон Фокс, ты рдрушник. Кто тогда хилить будет, я что ли? Так, ну, давай Зози свищ. Ровист, вдруг ты завтра придешь и хапала не будет. Поможешь хапалом? Да я и так смогу помочь. Просто что так ИП будет на двух персах, еще и бонус получишь. Давай, где там сед же? Может он не принял, просто я вроде кидал пати. Так, ну Зози тогда тебя свищни. Ты завтра будешь, да, Зози? Да. Ага, ну все. Там далеко сильно не расходитесь сегодня, это. А ну бы добьем после целка. Тут пару часов целка. Ну я это, там консул, если что. Я себе запы хочу там на этом, на друида. Не знаю, как с Тринькой. По дикон с ровистом вы как-то или договариваться будете, или что. Не знаю, как вам отдать. Если выпадет Тринька на соло. У меня есть, я себе вторую не планирую делать, так что. Ну, пока что она еще даже не выпала. Ну, я не шарю. Если можно, так то круто. Ставьте шкаф, суммоним Седжу, Притона, ставлю рыбу. Кто-то второе тело там, или маг какой-то, или кто там, World там, или Равенин, побегайте на рейнже. У нас есть PvP-шеры, кто потом поаренить хочет вечерком, и лем какой-нибудь, маг, рога. Ну, кстати, насчет этого, если человек 8 наберется, конкурс можно будет устроить после рейда. Ну это если все быстро пронесем сейчас, так что давайте стараемся. Без это конкурс. А вот узнаем. Конкурс красоты. Конкурс хуйни, да. А вы уж много ног с хуйни. Так, два танка, надеюсь, не сдохнут. Кто танчит? Вилаша мейн. Шадоу готов? Давайте без АФК, мы идем без остановок. Сюда идет что-то. 5, 4, 3, 2, 1.
У нас два доката получается. Да. Лужи не стоит. Bone Storm cast. Уже выходите быстрее, не сдохните, хилы уже. Дали на шипе, сейчас звездопадом убью. Что-то шаман у тебя просел, блядь, по-моему. ПДД шип. Мак на дальнем, мак на дальнем. Bone Spike Cast. Так, кому ты там говорил, блин, тролль надо? Техноксику. Только у меня перстень не в гильдии этот. Вступишь? Да. Возьмите его в гильдию. Этот, это мусор. Кому там на распыл кидать? А, это тебе надо, да? Забирай. Ну, на второй спек. О, квест. Квест берите. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник. Ля, можете подождать, я руну нанесу. Да, чтобы да. Сразу бринтоли уходить. Ну мы трэш пока побьем. Квест берите. Не сдохните там. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Так, а квест на ребро я сделал? А, сука, я только сдал, блядь. ДМКД, блядь. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит... Так, помощников там нету вроде, да? Тогда просто въешь. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете...
Ебать, леди такая пиздлявая, блядь. Не можете остановиться, пиздит и пиздит. Сейчас пока бой у нас, подожди. Нихуя, на меня моб пошел. Правки у Сурфанга минуту 30. Че, нормальный каст? Да долгий. Хули поделать. Выбрал такую стезю ты. Я просто не представляю, сколько хасты надо в эту хрень влить, чтобы она начала хилить. Да, ебать. У меня что-то 1600. Сейчас... Что, Т4 не помогает шаманам хасту набрать? Не. Только шмот и камни. Ну, вот этого жука быстрее добиваем. Уже люди умирают. Дайте массакру какую-то. Инера, по хилам раздавайте. Друиды, это травист, водикон, самостоятельно раскидывайте. Я там по лаосу дал уже. Во время трэша тоже можно раскидывать. Ставьте шкаф, суммоним. Сейчас захожу. Ешьте рыбу. Шкаф, 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 шкаф. Блять, не дал рыбы поесть. Давай, значит, техноксик слева, вилаша справа, и себе четвертого моба гриппаешь. Милики справа, где вилаша, РДДшники слева. Как слева убили, направо поворачивайтесь, помогайте добивать. Моба. Сейчас Еджу зайдет. Пуляем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Куда? Дарнован! 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 Это его в шипкинте лучше. Не бейте его, хексоните, маги. Успеют, нет? Превратить в овцу. Магии. Все, уводи его. Сзади. Забыли что-то про... Я забыл про этого пидора. Хорошо, что не залили. А если фильм сдам. Давай я контролирую. Алдин, блядь, накинул мне какой-нибудь этого... фигню свою, все. Там какое-то тело поводите, там, не знаю, кто там. Кто там вводит его сейчас? Он. Все. Ой, заберите фанатика, бля. Приморозился. Ну бейте их быстрее, будьте их убивать. Их же убить надо. РДД, блять. Они хули живые стоят, вы мне просто объясните. Повернитесь, убейте. Тут они бегают. Не бей его. Там привяжу, а все. Не бей. Давайте. Давайте Геру переводим босса. Этот милики убейте он. Или кто это, РДДшный или что это? Миликовский. Переводим. Блять, мордаун за контроль, я сгибну сездам. Там моб. Мобы, леди к мобы подведи и залейте милики моба. А он туда идем. Спиритс.
spirits. 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 Стонкить. Spirits. Была бы она такая в Гере, блядь. Spirits. Пришел, увидел, победил, блядь. На все воля господина. Там возле флажков убейте трэш. Сейчас тут на распыл раскидаю. Чтоб дракон. Квест, квест давать. А, да, сейчас точно еще есть квест. Кому шея нужна, там бичи есть в рейде? Вот там надо было ваших ДКшников одевать. Вот это шея нормальная, а не боешная. Могу доказать. Я понял, бля. Так поздно. Да, уже. Так я тоже говорил. Но я писал в ПМ. Пусть Вилания заходит на ДК. Ну, на второй рейд попробуем, посмотрим. Если там 100 бичей не придет. Так. Этот самый техномансик. У тебя ДД мейн или танк мейн? Танк мейн. Так, давай, значит. У меня на ДД спека еще нету. Так, 100 за брин, 10%, так, получается 220. Так, кольцо на танка кому надо? Чё, вы уже наверху? А, я понял. Ладно, бейте. Жду, пока убьете. Так, блядь, отлично, Митрин выпал. Да ёбаная ты, блядь. Табличка, блядь. Всё, завтра друид инвалид будет, так что уже надежда есть, как говорится. Так, берем ранцы. Запускаю. Так. Конкурс, конкурс. Там, короче, надо будет... Он двух видов бывает. И среди профессионалов, PvP-шеров, и среди любителей. Если человек профессионал, то у него там, ну, соответственно, должна быть тренька, PvP, обвес там какой-нибудь, А7, А8, не знаю, ну, какой-нибудь, в котором он играет. Вот, если таких человек 8 наберется, то устроим стычку, ну, призовой фонд, там, не знаю, за первое место 1000 по 10 сообразим, какие-нибудь камни, может, ТС добавим. Вот. Ну, как тотализатор работает, я в точности не знаю, но если кто-то знает, можете тоже устроить отдельно. Но одновременно и тотализатором, и
формированием пачки на арену я заниматься не смогу, поэтому если кто-то знает, формат будет очень простой, то есть 2 на 2, но не те, с кем вы играете обычно, а команды мы сами составим, ну то есть солянку сделаем, то есть со случайно, ну, грубо говоря, как случайка, вот 2 на 2, ну на вылет сыграем быстренько, это получается что? А можно любым с вами персонажем? Да, к любым, конечно. Можно что-то, да, что-то типа Mortal Kombat устроить. Типа, допустим, там, типа как лесенка. Ты объявляешь, что ты такой, ну, прям уверен, что всех разъебешь. Потом из тех оставшихся, ну, кто не против, типа, этой хуйни, выбираем того, кто, ну, типа, как за Шоукана сгодится. Ну, короче, типа, самый крутой. Его на самый конец поставим. Вот. Ну и остальных там распределим. Ну и все, типа, ты лесенку идешь, вот эту. Ну, не знаю, человек 5 достаточно, там, не обязательно 10. Типа, ты эту лесенку проходишь, там, дуэль, блядь, побеждаешь, там, фаталити делаешь, блядь, и все. Ну, тоже какой-нибудь приз небольшой. Ну, я там на интернешнале, там такая тоже приколюха. Там, если ты даже проиграл в основной сетке, ты можешь из нижней сетки подняться, пройти там по нижней. Кстати, вот эти вот таблицы, вот эти вот, бывают разные, там же очки разные есть, там куча разных как, ну, способов, там, да, как тут... считать это все. Либо, знаешь, как это, как в этом, в Кинга на Вашуре, там, просто сборная солянка, с одной стороны 10 человек, с другой стороны, там, не знаю, 10 человек, и каждый попарно с другим соревнуется, и потом каждая пара, убили одной пары, выходит в следующий раунд, и встречается с победителем другой пары, вот. В общем, это надо на месте смотреть, сколько конкретно будет человек, и уже от этого отталкиваться. Если, к примеру, у нас 8 человек, то это гран-при. То это 4 команды. Ну, вообще, я предлагаю, чтобы не затягивать, просто 3 боя сыграть. То есть, 2 команды, вот, ну, 4 с одной стороны, 4 с другой, с друг другом играют, кто выигрывает, финальный бой играют, и все. Вот, можно сделать что легче? Пойти на арену Гурубашем и там устроить лютый месяч 1 на 1. Нет, там можно юзать то, что нельзя юзать на обычной арене. А, лучше обычную арену в стычку, и в спектатор могут люди зайти и побегать призраком посмотреть. Ну, вроде работает же тут спектатор, этот обозреватель. Вроде да, но я не знаю, как это сейчас работает, честно. Можно стримы просто подрубить в Дискорде. Ну, тоже вариант, но если не мешает производительности, если у человека не лагает, ничего там. Но лучше через спектатор, если он работает. Просто объясню, почему на грубаше нельзя. Потому что на грубашах палы смогут ладошку заюзать. И прикинь, ты палы сливаешь, у которой 50к хп. И он такую ладошку юзает, и прям добрый вечер. А что, на арене можно юзать, нельзя юзать ладошку? На арене нельзя. Серьезно? Бомжей тоже нельзя. Да? Да ну нафиг. БР тоже нельзя давать. Еба. Все, мы нашли теперь того, кто читерит. Долгонога тоже хорош. Это кто, да, написал? Да, по ВЕ-3-не тоже будет. Это история. Осуждаю его максимально. Забулили пацана. Да вообще, блядь. Ну собрал, типа... провагонил, блин, по всему этому. Типа смотри, здесь вы втроем, я думаю, захилите. Ну чё? Да это, я не знаю, втроем точно вроде должны. Допустим, ну, да, Мардаун, давай... В ДД? Какой ты какой в ДД? Ты хиль, блядь. Этот самый. Нихуя не знаю. Этот самый. Ну, а тут вопрос остается. Вот из вас четверых кого спекать? Или сову, или блядь, Авиланию, нахуй, я хуй знаю. Авиланию, наверное. Типа. Капал держит танк, а Авиланию держать рейта, я буду кайфовать. Давай, Мардаун. Мардаун, то Авилания в ДД. Остальные три хильте. Так, что тут пояс обоссанный? Распыл. Монета на удачу надо кому-то? Да ебаный в рот, блять. Какой даун придумал, что я, блять, вот тыкаю, а у меня уходят из подмышки эти ебаные ники, блять, это строчки эти, блять. Пиздец просто, блять, IQ 150, нахуй. Сидишь, ловишь, блядь, гусей. Чё, спекнулись? Какие твои шмотки? Что ты там пишешь? Какие ваши доказательства?
кокаином. Так, жрите рыбу. А, проверка надо запустить. А когда ты хочешь это провести, сегодня? Ну, если типа время останется, я не знаю, если там люди спать пойдут. Ну, это надо целка закрыть и анубы убить. Викторина. Только, блядь, мне еще 1800 надо апнуть, я 8 хочу. Я только вчера узнал, что 1800 нужно, чтобы А8 взять. Блядь, да, там же заканчивается завтра, да? Завтра это... сезон заканчивается. Провениан, ты да. где? И Генбаран, ты где? У кого есть телем? Можно нормальные пати кинуть? Бафов вообще мало. В какое? В ВПшной. Ну да, сам себе пати поищи, вот тебе ассист. Первую пати не трогай. Понял. Мага и шамана? Ну не знаю. А сколько у тебя там нипы на нем? 29 приор там был. На маги. Ну, после этого, наверное. Этот вар, ты готов? Ты тут? Нет, что-то я, блядь, не видел, так принял или нет. Ладно, запускаю. Надо забейся, там нормальная пати, походу, только первая. Сейчас я после сурка подумаю. В рейд, ты говоришь, да? Mm-hmm. А где? Т 14 тысяч, а на присте 15. Ну, можно, в принципе, это... Конкуренции особо нету, но эршамовский шмот, так что давай свяжем. Плюс ты хил. Так. В рей, да, 4 буквы там? Угу. В руе написал, ёбаный рот. Ну-ка, получилось. А кому истерию? Кто кому дает? Историки, да. Ты там, это... Не спизди ни у кого шмот там. Так, как вы говорите, какая тут тактика? Так, что-то встать негде. Ибо я понял. Первый раз на сове, да? Да. Стовы не ДПСят, забей. Я понял, блядь. Сейчас посмотрим, блядь, кто не ДПСит. Тебе спластерию давать? Да, спула истерию. Этот. Кто там ПС-ку, блядь, на воида, блядь, оформит? Какую-нибудь хуйню еще. Блядь, я нубас. Я понял, да? Неужели моба нельзя побить? Нахуй, с таким ДПСом в геро можно ходить. Я что, три хила.
А, ну да, кстати. Это хуёво, конечно. Тут рехила? Так, ну Вилания заебись дает, так. Мардаунд 17, 18. Пойдет для себя. Затягивает с долгонога. В натуре. Те, кто с долгоногами. Ну, наконец-то уже не бич. Да. С долгоногом это бич ДПС. Почти догнал нас. Не, я про себя. Я не про мардаунта. Два покорителя нужны кому-то? Т-10. Пускай назад спекается в мейн ДЦ. Как? Я, пожалуй, пошипешу. Ебать, почти 20к, нихуя себе. Тринька апнула. Да ты у кого? Ты у кого-то капнула? У кризиса. Всем привет. Здорово. Привет. А что вы делаете? Целка 25 оп. Ну ладушки. Завтра второй рейд, приходи. А во сколько? Также 16:00. Ну я постараюсь успеть. А сегодня движухи еще какие-нибудь будут? Пвп турнир. Пвп движуха будет. После целка нуба надо добить. Быстренько. Как вы ануба не добили? Ну так вот, он оказался крепким орешком. Не поддался на наши это. В 25-ке? Да, ИВК 25. Он сказал, не даст нам шмот, потому что мы не умеем контролить мобов на чемпионах. Не вайпнул. Да, так и было. И на ветра никто не сажал, и лягушек не кидал. Ну, пытались, как бы, но... Оно, сама знаешь, как бывает, один раз кинешь, а потом уже хуй забиваешь, и всё. Но потом каким-то чудесным образом вдруг все начали контролить. На каждом мобе был вихрь. Ну, я такого никогда не видел. Надо видос пересмотреть. Можно, наверное, какую-то музыку серьезную такую записать, прям музыку победителей, и включить вот этот момент, когда все начали играть. Можешь что-нибудь со Star Wars взять. Там парочка тяжелых треков есть. Иди с гачем, та тоже тяжелая. Да. О, на меня сагрился моб. О. А по Фурику никто ничего не знает? Вот, хотела бы посоветоваться кто-то. Дэм еще отдыхает. Что там по Фурику? Камушки какие вставлять, я просто еще не знаю, что как, что мне добирать. Я вставила себе на РПБ, но я не уверена, у меня там 57% всего накопилось в РПБшке. Нужно сотку. 1400. Да-да-да. Пока нету, ставишь на РПБ. То есть потом со шмота менять и убирать камень на силу, да? Ну да. Смотри, так... если память не изменяет мне, там кисти для Фурика за ОД и пояс кожаный за ОД можно взять. У меня кисти у меня Т4. Нет, кисти, Бигдам сказал, нужно брать именно за ОД. У тебя идет голова, плечи, ноги и грудак. И у него тоже самого на Фурике стоит именно это. Кисти кожаные берешь. И вот когда одеваешься, у тебя цель сначала 1400 собрать РП. Как только у тебя идет шмотка новая, и ты когда ее оденешь, у тебя будет больше, то тогда уже меняешь камни на эту. На силу! Да, меняешь. Спасибо. Ну а так, по сути, если задаваться вопросом, типа, что самое лучшее, то это надо уже бейслист составлять. Но бейслист ты составляешь, ну, то есть ты составишь, допустим, а у тебя там будет, допустим, плечо, это, офсет, остальные 4 куска. Тебе нужно либо заранее знать, что у тебя будет там, и, ну, чтобы камни по 100 раз не перебивать. Ну, либо 100 раз перебивать камни. Тут ситуативно. У тебя, допустим, 4 куска сейчас выбито, у тебя какой-то офсет. А он может не бисовый, то есть, ну, меньше статов, чем с другим каким-то офсетом будет.
Угу. Понятненько, спасибо. Но так, пока что ты на таком этапе находишься, что тебе просто шмотки с РП выбивать надо и все. С обычки вон. Фул 1064 шмот тебе 1400 соберет. РП. Весь какой? 264, ну который с ЛК обычки. А-а-а, угу. Там, конечно, большая часть вон с ТТГ берется. С какими-то чарками, там две чарки есть. Потом, а тапки в ТТГ падают? Ой, я не помню. Тапки, я знаю, в РС-ке падают. В книжке же нарисовано, где что падает. Там... Да оно багается, я не могу посмотреть. В какой книжке? По рейдам, по ранжам. Это, ну, это заморачиваться надо. Типа, не каждый будет заморачиваться с составлением билда. Но если ты первый раз играешь, тебе надо прям... Если цель ставишь, допустим, ну, ДПС как можно быстрее начать давать, то тогда надо составлять бислист, чтобы у тебя был путеводитель, чтобы ты видела, к чему тебе надо стремиться, какой шмот надо выбить. Что ты вот приходишь, допустим, в ЦЛК, и ты знаешь, тебе нужна, допустим, воля, тебе нужна, допустим, пуха с лича, глора, допустим, или воятель. Воятель, я вообще, когда одевался, у меня постоянно... Два воятеля было с обычки, потом с Герой я лутал два. Но потом Шем сделал уже воятель с Шемом, а потом Шем с Глорой. Ну, Шем, соответственно, Шем тоже надо готовиться к этому. Узнать, как делать квесты, собирать ДС, всю эту хуйню. Без Шема смысла нету. Не, ну есть смысл, но с Шем все равно покруче. Его долго ждать, только что очередь на осколки. Так, ничего сложного. Ну, у меня Шима никогда не было. Я тут недавно еще про него, про квестик узнала, то, что вообще такой существует. Так что мне до него еще очень-очень далеко. Главное, ходить в рейды. У тебя не получается, я так понял, в 16.00 приходить. Да получается, просто либо люди есть, либо я там вагон вагоном вообще, либо еще что. Ну вот, вагон вагоном, ну ты же 10 хотя бы, если даешь, уже... Вот, надо стремиться хотя бы столько давать, да и в обычку ходить. Ну, не знаю, 8 даже есть вагона, можно вот в обычку прийти. Но какое-то время ты все равно вагоном будешь. Да. Ну, пока не начнешь ходить, там одеваться, еще что-то. Ну, одно дело, которое вагон, ну, хоть какую-то пользу может принести, там, еще что-нибудь. А другое дело, когда ты просто подошел, там, 4000 свои кинул, там, 5-6. Я ходил 7к давал вначале. Да, скол стакаю. Ну вот. А что такое? Это самая полезная вещь, которая есть. Спорки. Вот, я у тебя еще хотела еще поинтересоваться и посоветоваться по поводу ГМа. У меня там вопросики были, а я вот не знала, что с ним делать. Что спросить не знала? М? Что спросить не знала? Нет, я просто не знаю, что делать по моим танкам, каких им конкретно, каких назначать, что куда. Я вот с этим путаюсь до сих пор. Например... Мишка и Протовар — это такие танки хуёвые на боссах, которые не танки. Из два говна нужно было выбрать что-то, а я не хотела танчить. Там вариантов нету, там дело в том, что ДДшники, которые были, вот я и Хукмастер, и остальные, мы как бы бьем, нас не шотнет, потому что мы овергирные, ну, одеты эти гиру. А остальные как бы, ну, их пошотало, потому что вот у них и гир слабый, и босс он по второму по агро... Кто находится в мелизоне, он РТД пропускает. Фору одни брали. Фору одну вынести надо. Фору РТД вынести, пожалуйста. Бичи. А поскольку стаков... Мардаун ТТ, пожалуйста. Нихуя вы выносите нахуй. Там была спора, да, нахуя вы туда еще понесли. Совсем слепые, блядь. Или что, меточки ставить начать вам? Одну право, одну лево сзади нахуй. И одна под боссом, блядь, что сложного. Вот проблема про товара Мишки в том, что если босс не таунтится, то босс его не бьет, и он агро не генерирует никак вообще. То есть он хуйня из-под коня. Mm-hmm. Поэтому там... Я тебе хочу дам эту ПС-ку. Ну у нас там из танков были только три вара, получается, и Мишка. Да я видел. Выбора не было. Единственный вариант, ну так тоже можно все сделать. Просто нужен либо рейд подходящий, то есть такой же гир у остальных ДД. Либо нужно, чтобы эти ДД, которые мощные, чтобы стопали. Но
такое бывает, блядь, когда 10 раз вапишься и пидорами их назовешь 10. Еще был момент, что они начали пулять, ну просто вот из воздуха, без готовности, без чего-либо, даже написать не успела, типа, ну, стопните ДПС, не бейте сначала, время даже не дали. Для этого ничего. Я тебе один совет дам, ты собирай и в Дискорд людей загоняй. Да я понимаю, не хотела в Дискорд. Да ну, в ГМ идти с Дисом. Бля, поверь, и когда ты вайпаешься 6 раз на Мактиле Дони без диса, а потом выясняется, что... У нас все кубы, кроме одного, были в Дискорде. С Альянса они были. Сейчас Кинь, ждайте у Лаоса, пожалуйста. Далеко стоишь от меня, не достаю до тебя. Не могу, у меня все время прикалывает твоя аватарка в Дискорде Войд. Че у меня там? Так и забавно. Классная ава. Да, такой... Я еще почему-то думала, что у тебя голос будет как у мужика 40-летнего, такой поломанный, грубый вообще. А у меня как... У него и так поломанный, грубый, у 40-летнего мужика. Блядь, ты сейчас Войда застесняешь, он реально перестанет нормально, хватит. Я устал, а тебе точно эта хуйня нужна? Нахила? Тепленький голос? Ну да, такой не грубый. А то он сейчас расслабится, блядь, кто релить будет потом? Я устал, а тебе точно эта хуйня нужна? Крит надо ценить. Ну, короче, отдаю, да? Осколки продаем? Нет, не продаем. У нас очередь, блядь, там человек 5-6 в очереди. Нихуя. О, осколки я сразу вам найду, кому продать. Так, ладно. Ну, мейн танки, вот ДК, он хорош тем, что вот он издалека ЛПшку дает, и все, заебись, типа, он мейн танк, он хороший. Вот, главное, чтобы 4-4 было, иначе он бомж. Ну, я на ДК танк-аспект тоже делал уже. Потом протопал, он тоже хорош, но как мейн танк, большая редкость, если протопал, ну, нормально танчится. Мне слизни водить, да? Как хотите, там, сами разберитесь. То есть мейны в основном это ГДК идут, да? Да. Угу. А если нет ГДК, то уйдет кто? Мишка. Мишка, угу. Кровь нужна кому-то? Суманите там меня, чтобы не бежал минуту. Так. Так, а если выбирать с Мишкой Вару, вот как та ситуация была? Ну, Мишка, Мишка, ну, тут хуёвая ситуация, ну. Ну да. Потому что они два говна реальных. Ну, и это именно, они нормальные. Ну, Мишка МТ, про товару Т, вот, этот самый. Там хуёвая ситуация только из-за того, что Груль не таунтится. Вот в этом проблема была. Ну, там просто секунд 30 не бить, надо стоять курить, нахуй, вот и всё. Ну да, ничего тогда... пойти себе сделать. Да, тогда может любой танк танчить. То есть, ну если ДД адекватные. Короче, двух людей нету, давайте отчет. Ну, лучше, конечно, людей в дис приглашать. Потому что если у тебя челики пуляют, ты просто заходишь и так строго им говоришь, слышь, пидоры нахуй, еще раз запуляете нахуй, я вас покикаю нахуй. И все, и сразу все заебись будет. Я прям представляю, как я это буду говорить, такая, здравствуйте. Да, вот хуйня не скажет, слушай его. Сразу пишет, что минус 20 анрола. Минус 30. Минус 20 кролы, все, и погнали. Не-не, месяца два РЛ-ства моего, у меня уже нервы начнут сдавать. Да, я на циркуле водил РС 25 оп. Ну, человек 15 с гильдии брал и человек 10 пугов. Ну, ты ощущаешь, что у тебя как бы гильдия надежная опора. Ну и я пугам говорю. Ну, бывало и пугов больше, конечно, бывало 15 пугов. И я пугам говорю, значит, кто сдохнет, единственное, ну, любой косяк, говорю, ну там 8, минус 100 кролу нахуй. Я обычно говорю то, что кто умрет лужу, тот лох позорный, ну что-то такое. Там, понимаешь, ну, один раз, по-моему, я не дал. Один раз, по-моему, я не дал челикам лут, потому что он сдох, нахуй. Там где-то или в огне, или где. Ну а все остальные разы просто все вдруг начинают внезапно, нахуй, просто играть охуенно, блядь. Просто выбегают со всего, блядь, дамажат, нахуй, перебегают, все делают, блядь. Это, кстати, рабочая система, правда? Такое ж такое было. Где? А потом Войда нашли. На Ордену цепли? Да. Это был я, да? Нет, я на Альянсе играл. На X5?
На X1. Ладошки, спасибо большое. Не буду вас отвлекать. Дальше потопаю. Побегаю. Угу. Там 4 стака уже на клере. Да кто диспелит? Заебали. Отвечаю, я узнал, да, что ты где-то там, очищение пиздец делать нет. Да похуй, ничего вы, блядь, дрочитесь, все нормально. Я рванет, погоди. Да нет, следующего не таунти. Это три ляма там добить осталось, захилят. Просто не таунти следующего и все. Будешь бля, мордауту надо стримы вести. Пиздец. А чё? Могу по голосу слышно забить. Такой слезнюк, телек. Слезнюк. Назад, сказать? Назад. Смешной, блядь. Назад, бегите. Ой, я? Ну да, такое, знаешь, ты типа если бы подгорал чё-то. Бля, кто диспелит, я найду нахуй. Ну, блядь, mm-hmm. Ну, с кем поведёшься, того и наберёшься. Ну, типа без токсичности, знаешь, как-то по-доброму, но опасно. Такая. Томным голосом сексуальным я тебя выебу. Это уже хорошо. Ну вот, блять, я про это и говорю. Ну вот, первый подписчик нашелся. Подписывайтесь на Мордаута. Он вас выебет. Все, вас заскамили гильдийцы. Какой-то рейд ванильный получается. Это ты мне напомни, кто ты там, Техноксик, это кто у тебя перс этот? Лок 272. Лок, а ты недавно прям вступил, да? Еще вредно. Ну как недавно? Ну как там, как ник Лока, я забыл. Я его не видел просто в рейдах. Ну раньше Лок нам был, сейчас я его переименовал. А, ебать. Так хули, ты переименовал, я и, блядь, ну, вот не понимаю. Вот кто ты часть купил, да? Происходит, блядь. Я понял, блядь. Я думаю, какой-то новый лог, блядь, челик какой-то, блядь. Думаю, нихуя, блядь, не понимаю, что происходит. Так дохуя людей. А это лог, оказывается. Хорошо. Это хорошо, что у тебя персы есть. Так, идем хорошо. У меня еще попал 105-2. Вообще нормальная тема. Там щит мститель один жмешь, и все. Ну, а чё, кто-то шарит? Напало 2Т5. Норм? На ретрика. На ретрика не знаю. Но я видел, на... я видел такого ретрика. У него нонсет с ТТГ. 2Т4, 2Т5. Бля, и он там что-то под 23к выдавал. Ну, 23 немного. В соло цель? Равенья, пошли, не офикашим. Сейчас, дай мне минутку, пожалуйста. Кто там где? Кто в кукле, кто где? Ты куда, Равенья? Да мне в дверь позвонили, сейчас, секунду. А. Не открывай, блядь. Угу. Я хотел кофе налить, блядь, но мне в дверь позвонили совсем. Не открывай, игнорь. Сейчас я скажу, но что родители купили монет. Суд, не открывай. Она тебя сожрет, блядь. Мне нравятся вот гайды были, когда мы смотрели на циркулевском сайте, блядь, на форуме, там гайды хорошие были. Ну, для обычного личкинга. Там было, значит, вот ты открываешь на ДКшников, на всех трех расписано, на кого какой стат приоритет первым, нахуй, собирается. На эрдрушника было написано все, вот какой процент, какая цифра хосты нужна и сколько тиков делает у тебя, ну... Омоложение, короче, сколько ты успеваешь повешать, пока оно ну, протикает полностью. Там ебать. Где замигает? Пить стол? Сейчас люди примут. Шаду. Шаду нету. В обамене же просто лужи пить и в слизней плеваться, все, да? Ну да. Все, пей. И пельмени ловить. Правильно, пить только надо с первой две лужи. Пить надо было раньше.
Уже выходим. Зеленого максимально задотываем. 3%. Плюнул зеленого. Когда разморозимся, отбегаем от слизня, чтобы он это РДД там добьют. Чтобы он до нас дольше бежал. Отбегаем, не бежим на него, милики, еще раз говорю. Убегаем наоборот к столу. И убиваем слизня. Бьем. Сейчас пельмени будут. Вот отбегайте от пельмени. Shadow, как дела у тебя, блядь? Че, право? Я в слизнях бежал. А, ладно, ты. Чуть не пропустил пацана. Пельмени отходим. Красного бьем. Замедли. Лужи быстрее пей, ускоряйся там как-то, делай быстрее кнопки нажимай. Быстрее выпивай эту и еще две у тебя. Быстро, шевелись. Если серая кнопка, у тебя лужа не пьется. Пельмени отошли, быстрее и в большую беги пить. Быстрее, сейчас еще лужа будет. Быстро, выпиваю. Милики ушли в РДД. Милики все в РДД ушли. Зеленого фокусим, пул ДПС. Быстрее пей. Сейчас лужи 2 секунды, еще лужа. Быстрее пей, тыкай. Право-лево куклой двигай, шевелись и пей быстрее. Кнопку нажимай. Все, еще пей. Все, вдали допивай. Так, притормозите по боссу. Стоп, по боссу. Все фул красного. Значит, еще лужу ему надо успеть выпить. И как только он выпьет, тогда переводить будем. Сейчас аккуратно по боссу, только водикон играет. Остальные стопните. Так, что там? 2%. Сейчас лужу вот эту пей быстрее. Все, бьем босса. Пей быстрее. Пей, шевели куклы, она у тебя не пьет. Куклы, шевели право-лево, чтобы пила она у тебя. Быстрее. Ну, еще глоток. Ёбаный в рот, ладно, похуй. Еще глоток, блядь. Прямо реклама. Как, дурак, что ли? Как, блядь, бухать учат, так. А по сколько стаков держим? По 4. Так, давайте Геру фулл ДПС. Что-то с профом, отведите его. Так. Гера где? Геру даем. Куда вы убежали? А, пельмени. Обратно встали сюда к луже. Сука, блять, в сову встаньте быстрее. Вот звезду поставил. Вот. Так, что там? Три наявилаши. Четыре. За этот ДК забирай. Пельмени, смотрите. Пярим. Сейчас будет лужа, готовимся. Лужа пробегаем. Блин, а все сломалось. Два защитника надо кому-то.
Для тебя ничего не жалко, генбанан. Вот те два штуки. Ебать. Нажимаешь рекаунте стереть этот урон нахуй и висишь нахуй 5 секунд. Вот чё за бред, блядь? Да-да, есть такая хуйня. Details надо скачивать. Details говно. Почему? Ебало, это details. Потому что показывает правильно. Хуйню он показывает. Это там Эршам и топ-1 по хпс. Details показывает правильно. Рекаунт дуру дает. Это все хуйня. Это и то неправильно. Правильно это когда рейд живой. Вот когда рейд сдох, это хуёво, значит. Значит, кто-то что-то делает не так, да? Да. Вот смотри, Войд, слышишь, дебилов покикал? Блять, как, ну, чище стало в рейде и спокойней, да? Да, просто он замутил всех, без микрофона кто не говорит. Всё. Бывает, я как когда-нибудь какую-нибудь хуйню начинаю нести, там вообще пиздец, блядь. Главное успеть вовремя остановиться. Не, ну вот сейчас в рейде я прям кайфую. Прям честно. Ну так-то заебись, когда... Пиздежа хуёвого нету лишнего, прям такого, что в уши заёбывают. Иногда охота какую-нибудь хуйню попиздеть. Сейчас что-то у меня настроя особо нет. Такое спокойное настроение. Ни шутить, ни охота, ни хуя. Кстати, с Рождеством всех. А, спасибо. Да, и тебя. Спасибо. Так, с праздничком. А Рождество чье? Христово. Ну, сука, точно не твое. Но вдруг, кто знает, меня зовут по-настоящему. Я мудака этого закорню, блин, меня бесит. Ну тут еще корники. Вот это хуёво было, блядь. Ну смотри, вот вихрь и корни, это от меня. Это просто спасение рейда, блядь. Вот сейчас рыцарь идет, сейчас третий вихрь на нем кончился, все, он идет в рейд, вот на нем агрон играть. Он еще мудак вышел. Командиры это самые мудаки, они чаржатся и дают эту хуйню. Че, дать звездопад, да? Давно пора. Я не пойму, а где все боешки? Чё за бред, блядь? Где все осколки? Вот какой бред. Да, кстати, не видать ни одного. Рейд без осколков. А чё, ни одного не было? Ни одного ещё не было. Ноль пока что. Сец. Шесть боссов разъебали, семь даже. Охуеть. Прикинь, пять боссов осталось, из них один выпадет только. Вот стандартная ситуация. Это хуёвая ситуация. Кто на ком там заранее подумайте танки? Кто на келе, кто на двоих? Или может нам троих надо спекать? Вилаша, ты на двоих нормально постоишь? Не знаю, просто. В принципе, три на пол есть, вроде проблем не должно быть. Так, вот рыба. Кто на ком по итогу?
Ну вот мы. Чего? Спрашиваем. Я вот спрашивал. Ну иди на келя. Знаешь, как его танчить? Да, да, да. Ну, в десятке вот танчил. Тут то же самое. Сюда отчет. 4, 3, 2, 1. Помогать надо. Там трэш идет. Какой трэш? Не пугай. Блять, а чё я пустую бью-то, ёбаный в рот? Пиздец, пустого Волонара бью, я люблю. Да поскольку. Калови, ты калови с меня. Ты кто его убил? Далеко стоял. 3 секунды смена цели, там келесик будет. Бомба над келесе, там ёбните, пожалуйста. С крестом, которым. Если сверки сорвутся, там сразу не зыбко отдавай. Смена. Мужика. Сука. Танк добил, получается. О, осколок ГЦ. Кому сейчас осколки падают? В дикону. Блять, а катушка отсюда падает? Угу. Да, завтра у нас сов не будет в рейде, блядь. Ни сов, ни локов. Ну, может, парочка локов будет. Два тактика, нет. Смотрите, осторожно, них агрона брать. Вот нет, тут. У тебя завтра выходной? Да. Ну, может быть, лок будет. Тактика быстрее, да? Блять, боешка. Да ну нах. Нормально. Уважаемая боешка. Ой, ебать, такая боешка, что я Равенину на распыл отдам. Оставь, ты чё, хорошая боешка подать можно за 200 голды.
Да? Тогда забираю, ебать. Роману отдать этот, ну, который подарок у нас есть в гильдии. А, точно, да-да-да. Илья Фану отдайте. Так она 200-я, блядь. Вообще хуже твоего. Ты хуже, чем быстрый старт, блядь. Там же, ну, крудак, если что, 213-й, который берут на саппорт кальт 213. Продам нахуй за 200 голды лучше. Голда не лишняя, да? Как же ради Василов? Дайте Лаосу, пусть это похилит нормально. Я жезл. О, не жезл, а посох. Вот, возьмешь щит, будешь веселее хилить. У меня есть щит 245-й. А будет 200-й. Где-то в банке лежит. В банке? А будет прям... будет прям здесь и сейчас. Я не могу забирать уровень, такое счастье. А ману можно. А Лоус что, где там? Я как нормальный шаман с посохом бегаю. Ебать ты бомж, блядь. В смысле бомб? Может тебе щит дать, нахуй? Сука. У меня есть. Прикрылся, чтоб, да? Ебать. Да, с посохом хосты больше, СПД больше. Позор, блядь. Я понял. Давай вот так вот, хорошо, вот так. Хочешь, я могу так ходить. Я думаю, хули шаман не хилит нихуя. О, да это нормально тебе, вот так оставляй. Нет, так хосты мало, СПД мало. Я понял, блядь. С посохом больше. Бля, я нечаянно нет нажал. Крайний субордаут. Я здесь, все окей. Это, там сами вставайте как-то, блядь, на первой взлетке, короче. А стоп, у нас шип отвалился. Вылетел кто-то. Техноксик, у тебя есть 4Т4? Да. На первой взлетке на вихрь даешь 4Т4, а Вилания массакру даешь. А на второй взлетке Вилаша дает и Гламурчин массакру. Не забывайте сбегаться, кого свяжут. Так, я устал, а ты заходишь там, нет? Ебать, что ты там такое скинул? Это она что увидела, ДПС твой? Ебать, не люблю щиты. ДПС мордаун, то когда девушка увидела, вот смотри. Реакция. Я его распылил, отвечаю вам. Он возьму, распылил. Кого там? Бля, а что вы смотрите, тоже интересно, как, где, где? Ну, в лудилке. Там меня. Там меня обижают. Да не обижают, просто прикалываются. ДПС типа заебись. Да. Уже с косаки там 6 вечера это прикалывается. Она увидела, как он танчит. Блять, это. Где там я устала? Сабира. Я устала. Где она? Нахуй Диси. Да здесь, бля, это кризисно. Да какой кризис? ШПшника нету. Ладно. Давай это самое, даю отчет. Я понял, нахуй. Нормальный пул. Вот что бывает, когда хочешь подамажить, выкидывает с игры нахуй. А чё, тени и СВ или что там? Кош какой-то был. А, кош. Я понял, блядь. Ганан Балан, блядь, хули ты стоишь? Алло, нахуй. Ты тоже сбегаться должен к РТД, а не стоять как король, блядь. Слышишь? Ага. Не ага, блять, а сбегаться надо. Отойди правее. Или левее. Или левее. Похуй, куда-нибудь отходи просто. Ну, надо своей позиции. Алло, блять, захильте шамана. Быстрее сносите эту хуйню. От бича. Так. Не дай бог, у меня хпс будет больше, чем у тебя. Да. У тебя и будет хпс больше, чем у меня, потому что я щиты кидаю одни вонючие.
Нет, щит абсорба больше должно быть. Блять, метку кто будет выносить? Да он баблом скинул. Паника. Отставить панику. Вот лучики. А милики, милики. Это я в мили стою просто. Так, ставь тотем Shadow Гимноману. Укусы глыбы там прожмите, выживите как-то. Ой, нахуй, еще пироманша вылетел, бля. Не укус дали, нихуя себе. Бля, один умер. Фритон укус был? Да. Ему отдали, походу. Хуёво. А его долго не хилили. Хилы хуёвые. Один из сил. Напоминаю, на локах тут тактика такая. Взлетка когда идет? Да там не то, что не хиль, там, бля, еще трое подбежало, блин, жмах. А, бомжи, блядь. Да, только не подбегают просто. Так, кого кусать там, нахуй? Я Вадикона укушу. Кстати говоря. Ну кусни тебе кто-нибудь рогу. Зикутка пошла. Герман, вставать? Да давай, пох. Все равно еще укусы передавать. Так, ну и Войд Ханта укусит. Взлетка, внимательно смотрим, сейчас выживаем. Дубовую прожимаю всю хуйню. Спокойствие. Все, 15 секунд до укуса передаем и добиваем. Коротенько. Они не успеют. Сорок семь тысяч. Я понял. Вот Фокс трахнуть раз то. Был бы ты деревом, ты бы трахнул другое дерево, блядь. Мерзлая стена ледяной цитадели. Кому надо? Гинбанан тебе надо по-любому, чтобы выносить быстрее лучи. Так, Мордаун тебе в подарок токен. Ему, у меня их уже 4 штуки, блин. Ну еще один будет. Ладно, чтобы себе нормально себя. Там кто-то нажимал 10% на защитника. Он гинбанан передай. Не знаю, кто просто не в рейд там. Я ген банана закинул. Как ты зовешь? Ген банана? Да, блядь, ну... Ну а как? Так гиена или банан? Гена, гена. Гена, сокращенно, гена. Ты что там линкуешь ХПС? Ну-ка. Медфокс 12 тысяч. Ну, кстати говоря, я почти догнал Авилани чуть-чуть. А, я устал еще, не зашла? Еще не зашла. Так может возьмете этого вон там человека мид-машин? Да, да, заходи. Так, устала и тогда чё? Данил. Ка, кикнем. Зайдет, зайдет. Ну чё там, кого ждем? Не знаю, что-то ждут. А он вышел, вообще его нет в сети сейчас. Давайте, чё вы агрите? Не, наебаная, меня забанили, и никс. Гейна ебаная, нахуй. Сука.
Хуй простыш, короче, да? А чё с абсорбом где? Не, там, типа, с абсорбом уже не было. Ааа, ебать, ему Фокса не догнал, нихуя. Ну, вагон. Вон на туре. 2643 блять, миллиона абсорба, блять, какой нахуй Мэтт Фокс? Сравнили блин ДЦ и Ардру, блин. Вот именно сравнили ДЦ и Ардру. Ну, Ардру переходил тебя. Ну, ходок больше должен быть щитком. Хорошо, следующий, хорошо, следующего босса я буду чисто ходать. Я понял, блять. Так ты в минус уйдешь. Там тебя шипы перехилит, блять. И абсорб это заебись механика. Все эти механики, они уникальные. Ходки, абсорб, прямой хил. Да, уникальные. Смарт-хилки чего стоят? Вот у Хапала смарт-хилки нет, зато таргетный мощный. Есть. В смысле нету. А Шоки Небес ты видел? Они же смарт-хилки идут. Какие смарт-хилки? А, смарт-хилки имеется в виду, все, ладно, забей. В смысле это смарт-хилка стала теперь? Не-не, все, забей, я перепутал. Там, наоборот, я тупая с... хилка. Ну, чтобы не она... надо его называть такой, она чтобы хорошая она... хилка. Чтобы она превратилась в смарт, нужно кинуть туда, куда пройдет дамаг. Да я лучше выберу... Нет, чтобы она превратилась в смарт, хилку, надо чем... идти опять. Я лучше выберу обычную хилку, чем вот это говно харшамовское. Вот на Аршаме. В Аршаме цепуха есть еще смарт-хилка, так что все остальные хилы... Она отвратительная. Хилы... Все остальные хилы нубы, нахуй. Просто ты играть не умеешь, ты все. Я не притон минус. Почему минус? Ну, пробки или свет пов пишет. Ахуево. Через 10 минут вернется. Там и Семидарк объявится, спросите, может пойдет твинком там с ним хотя бы слот занять. Я понял, блин. Круто, да, Рарник? Три вихря. Зато никто не догонит по уроку. Зато никто не догонит, да. Надамаживает его, догнать не может никто и падает. Ну там кризис уже все. Обогнал. И было зря. Джек, столько лет ты хранил пулю и потратил ее зря. Мне это надо отойти будет срочно на минут 10. Хорошо. Знаете, что я сделаю первым делом, когда спадет проклятие? Съем целый буш или яблоко. Ты из корсаров, что? Пиратов, но. Давай, говорит, это, когда все перевернутся, говорит, давай привяжем себя кверх ногами к мачте, нахуй. Дебилы, блядь. Всё, Миндарк зайдёт, но сомнения. Ага. Доебись. Не, ну по факту это гениально. Это пиздец как гениально, учитывая, что они перевернулись, блядь, и опять, ну, нормально корабль стал. Зато они не улетели. Еба, я понял. Ну да, пушка не придавила никого. Хотя пушка придавила это, когда они падали в бездну туда. В бездну падали, они в эту, как его, просто переворачивались. Барбоса, ты всех нас погубил! Тот хохочет, блядь. Лево руля отставить. Я знаю... идет полным курсом. Я знаю, кто сейчас не хохочет, блядь. Капитан Джек Воробей без пальца. Почему это? А почему он без пальца? Неплохо. Ему жена трубила. Чего? И на кровать насрала, а потом судилась с ним. Да. Как это отрубила? Помнили, блин. Да, дайте пойти на шамана. А как это отрубило, я что-то не вкуриваю? Ну у него пальца не было. Ножом по пальцу проехалось.
кто же это? У него жена ебанутая, да. Так и что, отрезали палец, что ли, ничего? Ну там не полностью, там фалангу срезало чутка, наверное. Да ну нахуй, ебать. Смекаешь? Смекаешь, блядь! Я думаю, он смекнул в этот момент. Что это, говорит? Это ключ? Нет, лучше. Рисунок ключа, блядь. Вот так реально, челику палец трубаешь и говоришь, смекаешь? У меня есть банка с грязью. Дисконнект или у меня зависло? А, у меня зависло, все понял. Это банка с песком. Так, ну ставьте шкаф с амунем мидгангсту. Мясного гангстера. Так, два пала полетают, три хила похилят, да? Давай возьмем нашего шаманчика. Он уже 229-й. Кто? Шаман наш. Подарок. Да. А кто это вообще? Да я не знаю, пошли в этот, в ГМ-ку. И чё-то пишет, возьмёте вагон? Я такой, ну давайте возьму, пофиг. Ага. Ты же нам каждый раз говоришь, что будешь 230-х пугов одевать, вот. А где вот, ты кашляешь? Заберем. Там пуг с танковской триней. Мы исправили. Мы искали самого лучшего. Тыкните, блядь. А где ДКшник? Техноксик. Осталось им отойти. Надо. А, нихуя. Ладно. Он сказал хорошо, но он и ушел. Я понял, тогда сейчас спекнусь. Все, давайте отчет. Краба поставил. Я понял, блять. Suppressor spawned. Тучка, я вовсе не медведь. И как приятно тучки. Ой, а вы меня пальнули. Подожди. Лететь. Простите. Да, мы-то ждать не будем. Это же обычка. Не-не, так я это могло. То есть потом чуть прилипнулся. Я думал, через дракона хилить можно. А что, у нас три хила, что ли, летают? Должно два пала летать. Я не летаю. Просто думал, что цепь через него будет хилит. Хлопай ресницами и летай. Карлс, ну скажи это. Карлсончик, дорогой. Интересно знать, они Карлсон занят? Да, это будет. Как он с гоблина? Если он гоблин вар, проверяй. Даже пойду проверю. Почему сразу вар? Ну, потому что вар. Потому что он крутится, блядь. Слушайте, это прикольно. Ты прыгаешь, сверху приземляешься и крутишь быша. А их, кстати, когда-нибудь перестанет падать? Да, типа... Ладно, это друид Карлсон. Нет, не интересно. Он же птичку превращается. Нам пропеллер нужен. Карлсон написано как? Карлсон. Карлсон, блин, обидно. Ты чё, блин, ник, что ли, проверял уже? Да.
Хуя бы, блядь, шустрые. Но тут делать нечего. А кто помнит, как зовут брата и сестру малыша? Малыш, малыш 2? Брат, нет, брат. Там Бофи и Буфи, что такое у них сходное имя? У него были братья. Я да. Думал, приемный. Брат и сестра, блядь. Ну-ка загуглите, блядь. Вроде у него только старший брат был. Не-не. По-моему, Бутан или Бутик, что-то такое, нахуй. А, нет. Нет, ну-ка, это, загуглите там. Брат и сестра, по-моему, у него есть. А, Босс брата звали. Босс? Вот. Боссе. Боссе. А сестру? А Босс еще? Беттон. А, Босс и Беттон. Я говорю, что-то у них такое знакомое-то. Беттон. Бутан, ебать. Ты уж имена придумываешь, да? Вы даже не знали, что у Карлса, у малыша, точнее, есть брат-сестра. Я знал, у него еще дядя есть. А есть такая фишка, что эти, как они, бандиты, которые грабили малыша, там Гаррисон в финал поведения, они знакомы с сестрой Фрекенбок. Ебай. Жестко. Да, и Карлсон летал к этой сестре Фрекенбок и пугал ее тоже. Карлсон, оказывается, шалун, блядь. Там была какая-то глава, где он к малышу приехал дядя, а малыш перед ним подарил ему Карлсону пистон. Ну, как пистолет, который стреляет пистонами. И он слишком громкий был. Карлсон подходит, дядя, просто шмаляет ему возле уха. Да, там дохуя приколов было. Бля, я не заметил, как это босса убили, пока историю слушал. Нормально. Только на Синдре так не получится, блядь. Мы его не убили, мы его спасли. Там целая книжка прямо, там в каждой главе поджать можно хорошо. Так, Гламур Чен тебе закидывать или ДКшнику этому, который сейчас танчит? Если Гламур Чену ну, надо, пусть берет. Ну мне так, но в спеке даже полтинник это жирно, наверное. Может, ты ДКшнику тогда? Меткость ДКшнику, да, займись. У меня 245-я героическая. О, тем более отдай ему, у меня проковает, чтобы продержать. Вот техноксик, видишь, блядь, отдел танка. Сейчас еще клык Синдре упадет. Резните меня. Ну клык это я уж хуй знает. У Вилаши есть, нет клык? Что-то не помню. Но есть. Если грудак не нужен, слушай, отдай мне потом его это, потащу. Кому? Локу. Кризис. Спасибо. Че, на удачу? А, он приехал. Не-не-не-не-не, не резь меня, у меня КД. Так, ну че, это самое? Где Мордаунт? Катаюсь на лифте. Чего? На лифте катаюсь. Так а чё ты катаешься? Зачем ты катаешься? Не знаю. А хочешь покататься? Пошли, чё стоите? Стаю вырубить? Ебать.